Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем очень простое выполнение вязаный топик. Я бы даже сказала топик именно пляжного варианта. На девочку я буду вязать 2 годика, то есть с окружностью груди 50 сантиметров. Данную модельку можно связать, варьируя от 1 года до 8 лет. Я украсила вот таким замечательным обычным вязаным цветочком. Вы можете украшать просто какими-то элементами декора. Это могут быть бусинки, пуговички, различные мелкие вязаные цветочки, стразы, пайетки. Так как у меня на краях завязочек моих я использовала такие большие жемчужные бусинки, то я точно так же решила украсить по центру цветка такими же бусинками. Можно при вязании следующего топа украсить просто обычными бусинками. То есть это вы уже смотрите на свое усмотрение. Я сделала завязочки сверху на шее и под грудной клеткой. То есть вот именно завязочки, которые будут завязываться под грудью. В зависимости от окружности груди ребеночка вы можете варьировать свой размерчик. Точно так же смотрите высоту. Вы можете связать по самую шею. Я делала не слишком высокий. При этом у меня, обратите внимание, немножечко, скажем так вот волной взялись завязочки. При этом я так и хотела. Если же вы будете делать по самую шейку, то ориентируйтесь, чтобы завязочки у вас были где-то вот на, скажем так, расстоянии не по бокам, чтобы вот такой волной бралось, а именно поближе. Это для тех, кто вяжет именно под саму шею ребенка. Вот, вы уже смотрите сами, на данный размерчик у меня ушло где-то третья часть мотка, то есть меньше, чем полмоточка. Для тех, кто вяжет небольшой размерчик, можете использовать остатки данной пряжи. Также можете комбинировать цвета пряжи, можете взять какую-то пряжу батик или меланж, которая переходит из цвета в цвет. Здесь вы уже смотрите сами. Вот мне поступил такой интересный заказ по поводу летнего топа. Я вязала на девушку топ, теперь я связала на девочку топ. И кому интересно, пожалуйста, присоединяйтесь, вяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать пряжу 100% мерсеризированный хлопок фирмы Yarn Art, серия Бегония, абрикосового цвета. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео, ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Крючком будем вязать номер 3, также нам понадобятся ножнички и сантиметр. Для оформления завязочек для топа нашего я буду использовать 4 бусинки диаметром 10 мм. Также для оформления самого топа нам понадобится около 15-20 бусинок диаметром 5 мм. Хотите, можете бусинки вообще не использовать, можете заменить различными атласными ленточками, элементами декора, какими-то бантиками, бабочками, возможно, пуговичками, вязаными цветочками. В общем, в принципе, всем, чем, скажем так, вам подсказывает ваша фантазия. И мы начинаем вязать. Для начала вязания нам нужен полуобхват груди ребенка. То есть мы обхват груди берем, делим пополам и получаем полуобхват. Соответственно, у меня 50 сантиметров, делю пополам, получается 25 сантиметров. Делаем начальную петельку, закрепляем ее и набираем цепочку из воздушных петель длиной в полуобхват, то есть у меня это 25 сантиметров, плюс 2 сантиметра лишние для того, чтобы у нас при вязании первого ряда не уменьшился полуобхват. То есть как бы немножечко набираем лишние 2 сантиметра для провязывания первого ряда. 27 сантиметров набрано и отсчитываем третью петельку от крючка. Первая на крючке, вторую пропускаем и вот в третью петельку начинаем вязать столбики без накида. Первую петлю связали первый столбик, следующую петельку второй столбик, следующую петельку третий столбик. И так вяжем в каждую петлю по одному столбику без накида до практически конца ряда. Не довяжите последний сантиметр, измерите. У вас должно получиться при провязывании первого ряда столбиками без накида, это самый тугой, скажем так, ряд из всего вязания, как бы самый нижний ряд для того, чтобы топ прилегал плотно к ребенку, к туловищу. Вот, у нас должно получиться после провязывания первого ряда полуобхват груди ребенка. Если вы довязали до конца ряда столбиками без накида и у вас получилось полуобхват, а здесь, скажем так, довязали до конца, то это отлично. Остается вот такой небольшой хвостик от наборочной косички, который мы спрячем по ходу обвязывания
нашего топа. Если же у вас здесь остались еще несколько петелек, можете слегка прираспустить с другой стороны, то есть поддеть вот здесь иголочку, последнюю петельку, и эти 5 петелек прираспустить. Вот. Если же они вам в принципе не мешают, тут буквально 2 петельки, то можете их оставить просто свободными. Теперь смотрите, при провязывании первого ряда у нас здесь уже получился полуобхват. Те лишние 2 сантиметра нам как бы добавили, скажем, плотности, вот, и не пришлось нам перевязывать, то есть первый ряд. Если бы мы набрали просто цепочку и провязали столбиками без накида, столбики, они плотные достаточно, то есть сузили бы нам немножечко нашу цепочку по длине, а так все отлично. Вот, и теперь начинаем вязать второй ряд. Для вязания второго ряда поднимаемся на 2 воздушные петельки вверх, поворачиваем наше вязание, накид и находим следующие 2 петельки. В каждую из последующих петелек не довязываем столбик с накидом. Вот так вот. Один, и в следующую петельку второй недовязанный столбик. На крючке 3 петли соединяем общей вершиной. То есть сразу же в начале ряда сделали одно убавление. Далее делаем одну воздушную петлю, снизу пропускаем одну петельку. И в следующую петлю делаем столбик с накидом. То есть наша воздушная петля заменила нам петельку снизу. Теперь делаем накид и в следующую петлю делаем второй столбик. Теперь делаем снова одну воздушную петлю, снизу пропускаем одну петельку и во вторую петельку делаем столбик с накидом. То есть снова нам воздушная петля заменила петельку снизу. Накид и в следующую петлю второй столбик с накидом. Снова воздушная петля, столбик пропускаем снизу петельку и во вторую петлю вяжем столбик с накидом, следующую петелечку второй столбик с накидом. Воздушная петля. Вот так вот чередуем до конца этого ряда. Воздушная петля, 2 столбика с накидом. Снизу пропустили петельку, снова вяжем воздушная петля, 2 столбика с накидом. Столбик и в следующую петлю второй столбик. Снова воздушная петля, снизу пропускаем петельку. И подряд вяжем последующие 2 петли снизу, 2 столбика с накидом. В каждую петельку по столбику. Воздушная петля, 2 столбика. В конце ряда я связала 2 столбика после воздушной петли и, не делая воздушную петельку после 2 столбиков, посмотрите, у меня остается всего 2 петельки. Если у вас останется здесь 3 петельки, то делаете воздушную петлю, если 2 петельки, то не делаете. Так как у меня здесь всего 2 петли, не более, то я сразу же в 2 последние петельки вяжу убавление, то есть не полный столбик с накидом 1 в первую петельку и не полный столбик с накидом 2 во вторую петельку. Соединяю все 3 петли общей вершиной, и у меня получается 2 столбика и убавление. Ничего страшного, если в начале ряда у вас был здесь столбик и убавление, а здесь 2 столбика убавления, абсолютно ничего страшного. Это при дальнейшем, скажем так, и обвязывании краев наших абсолютно не будет видно. Вот, теперь делаем 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, и поворачиваем на третий ряд. Третий ряд мы будем вязать просто столбиками с накидом, но в начале и в конце ряда, каждых последующих, начиная с третьего ряда, мы будем делать убавление. То есть точно так же, как делали во втором ряду. 3 воздушные петли подъема, дальше находим следующие 2 петельки, петлю основания цепочки пропускаем. А в следующие 2 петельки вяжем первый недовязанный столбик с накидом и в следующую петельку второй недовязанный столбик с накидом. Все 3 петли соединяем общей вершиной. То есть фактически 3 воздушные петли нам заменили столбик и далее сделали убавление. Далее у меня идет воздушная петля. Возможно, у вас здесь идет еще столбик. То есть над каждой воздушной петлей предыдущего ряда и над каждым столбиком предыдущего ряда вяжем просто столбик с накидом. У меня над воздушной петлей я вяжу столбик с накидом. Далее 2 столбика предыдущего ряда. Я вяжу 2 столбика с накидом в этом ряду. Далее снова воздушная петля. Я над ней вяжу столбик с накидом. Можете вводить крючок прямо в петлю. Но я буду делать как бы под нее вот так вот вводить крючок и захватывать рабочую ниточку. Далее снова 2 столбика делаю по столбику в каждую петельку.
где воздушная петля, просто под нее буду делать столбик с накидом. И вот так вот буду вязать, пока не останется у меня в конце ряда 3 петельки. То есть просто вяжу столбиками с накидом под каждую петельку предыдущего ряда. До конца третьего ряда у меня остается 3 петельки. Это воздушная петля предыдущего ряда, петля убавления и вторая петля подъема, это третья петелька. То есть всего 3 петли до конца ряда. Я под воздушную петлю вяжу незавершенный столбик с накидом 1, под петлю убавления незавершенный столбик с накидом 2 и соединяю все 3 петельки общей вершиной. То есть делаю убавление, а затем во вторую петлю подъема делаю столбик с накидом. То есть в конце ряда делаем столбик с накидом, как делали и в начале ряда. То есть 2 воздушные петли подъема во втором ряду нам заменили первый столбик. И 3 воздушные петли подъема, которые мы в дальнейшем будем делать. Это также у нас, скажем, заменяющий столбик первый. Здесь мы сделали во втором ряду, где делали вот такие вот сеточки, сделали всего 2 воздушные петли подъема, поэтому во вторую сделали 1 столбик с накидом, то есть во вторую петлю подъема. В дальнейших рядах я всегда буду делать по 3 воздушные петли подъема в начале ряда для того, чтобы, скажем, уравнять расстояние столбиков с накидом и 3 воздушные петли, которые нам заменят 1 столбик. В данном ряду, где сеточка, чтобы не было слишком высоко, то я сделала всего 2 петли подъема. Все, связали третий ряд. В дальнейшем все ряды будут похожи на третий. То есть 3 воздушные петли подъема. Поворачиваем ряд наш на следующую сторону. Пропускаем петлю основания цепочки. А начиная со следующей петельки вяжем незавершенный столбик с накидом 1. Следующую петельку незавершенный столбик с накидом 2. Все 3 петельки соединяем общей вершиной. То есть мы связали столбик и убавление. Далее в каждую последующую петельку вяжем по столбику с накидом, не доходя до 3 последних петелек. То есть 3 последние петельки мы снова сделаем убавление и свяжем в конце столбик с накидом. Все остальные промежуточные столбики просто вяжем столбики с накидом. То есть между убавлениями у нас пока будут только столбики с накидом. По обеим сторонам наших рядочков будут столбики с накидом, либо 3 воздушные петли, которые нам заменят столбик. И у нас, как вы видите, будет благодаря вот такому наклону с другой стороны формироваться трапеция. Вот эта трапеция и будет наш топик. Осталось в конце ряда 3 петли. Это 2 петелечки над столбиками и 3 петля подъема. Первые 2 петельки вяжем незавершенные 2 столбика с накидом. Первый столбик в следующую петлю, второй столбик незавершенный соединяем общей вершиной, получилось убавление. И в третью петлю подъема вяжем столбик с одним накидом. Завершили наш четвертый ряд, 3 воздушные петли подъема и поворачиваем на пятый ряд. Пятый ряд вяжем все точно так же, как вязали третий и четвертый. Петлю основания цепочки пропускаем, следующие 2 петельки вяжем по столбику незавершенному с накидом. Первый столбик, следующую петлю второй столбик. Соединяем все 3 петли общей вершиной, то есть получился у нас столбик и убавление. Затем до последних 3 петель этого ряда вяжем просто по столбику с накидом в каждую петельку. В конце ряда снова осталось 2 петельки и 3 петля подъема, это 3 петелька, в которую будем делать столбик с одним накидом. То есть в 2 петельки предыдущего ряда последние делаем 2 неполных столбика с накидом, соединяющие общей вершинкой, то есть убавление. И в 3 петлю подъема, конечную петельку ряда, делаем столбик с одним накидом. И посмотрите, у нас получается вот такое сужение, продолжение сужения. И с каждым последующим рядом у нас становится на 2 столбика уже и уже и уже наше вязание. То есть снова делаем 3 воздушные петли подъема, разворачиваем на следующий ряд и в каждые 2 последующих столбика предыдущего ряда вяжем незавершенные 2 столбика с накидом в этом ряду и соединяем общей вершиной. Сделали убавление. Далее до последних 3 петель ряда снова вяжем по столбику с накидом в каждую петельку. И таким образом делаем убавление до нашей горловинки.
Продолжая делать убавление в начале и в конце ряда, нам нужно связать до центра нашей высоты топа. То есть у меня получилось от начала наборочной косички до вот этой моей центральной, скажем, части топа провязано 11 рядочков. При этом первый ряд у нас столбики без накида, затем вот такая сеточка и затем еще 9 рядочков просто столбиков с накидом. И теперь в 12 ряду по счету от начала у меня будет, смотрите, небольшое изменение, как и у вас. По центру общей высоты топа нам нужно сделать 2 убавления. Смотрите, помимо того, что мы сделаем убавление в начале и в конце ряда, как делали это до, скажем, провязывания данного момента, мы еще сделаем 2 убавления. Но я сделаю не четко, скажем, разделив общее полотно на 3, а чуть-чуть смещение сделаю к начальной и конечной точке убавления. То есть центр у меня будет пошире, чем боковые стороны. Вот, я сделаю в этом ряду, в 12 по счету от начала, 4 убавления. И начинаю я, как всегда, вязать ряд с 3 петель подъема. Сделали 3 петли подъема и разворачиваем вязание. Делаем, как всегда, в начале ряда убавление, то есть 2 недовязанных столбика с накидом. И соединяем общей вершиной. Теперь я свяжу небольшую часть, то есть буквально здесь 10-12 столбиков с накидом. Вот первый столбик, затем второй столбик, третий столбик, четвертый и так далее. 12 столбиков. Связав 12 столбиков от убавления, я делаю второе убавление в этом ряду. Недовязанный столбик с накидом 1 и в следующую петлю недовязанный столбик с накидом 2. Соединяю общей вершинкой и дальше иду продолжать просто вязать столбики центральную часть, то есть продолжаю вязать столбиками с накидом. При этом можете отметить, соединив наше вязание, вот она наша убавочка вторая. Вот так вот соединяем 2 края и смотрим, где у нас убавочка с одной стороны, там будем делать и с другой стороны. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 столбиков у меня останется до конца ряда. А пока я буду продолжать вязать просто столбики с накидом. При этом у меня получится около 20 столбиков с накидом до третьего убавления в 12 ряду. Связала центральную вторую часть после второго убавления и делаю следующее убавление. У меня получилось, как я и говорила, 20 столбиков. Затем я делаю третье убавление в 12 ряду и довязываю до последних 3 петелек, так же как и в первой части, 12 столбиков с накидом. До тех пор, пока у меня не останется в конце ряда 3 петельки. И я точно так же сделаю в конце ряда последнее 4 убавление. И в третью петлю подъема, то есть в последнюю петлю ряда, сделаю просто столбик с накидом, как я делала до этого. Благодаря вот этим убавлениям, что мы только что сделали, у нас будет топик плотно прилегать к телу ребенка. Не будет как бы такой вот оттопыренный, это первый его плюс этого убавления. Вот я делаю 4 убавление и столбик с накидом в 3 петлю подъема. А второй огромный плюс вот этих наших убавлений, что в шейной части, когда мы будем делать сужение нашего топа, не будет слишком широко. То есть представляете, что мы убираем здесь еще дополнительно ко всем петелькам, которые мы делали по краям, еще убрали 2 петли. Провязав некоторое расстояние, мы еще сделаем раз убавление, то есть дополнительно уберем еще 2 петли для того, чтобы еще уже была шейная часть. Довязав до конца ряда 12 ряд с убавлениями, далее 13, 14, 15 я делаю без изменения, просто продолжаю по краям делать сокращение. И центральные петельки вяжу по столбику с накидом в каждую петельку. Теперь есть, в принципе, 2 основных вида, которые я рекомендую вам вязать вот этот топ. Первое, это столбиками с накидом продолжать от начала до конца, затем просто обвязать. И второй способ, это с сеточкой на груди. Я буду делать второй способ с сеточкой на груди. И вот, смотрите, для тех, кто будет делать точно так же, как я, с сеточкой, то убавления больше делать никакие не нужно. Только по краям продолжаем делать убавления трапеции. В центре ничего, как здесь мы делали один ряд, ничего убавлять не нужно. Для тех, кто будет делать
без сеточки, то есть просто вот таким вот обычным вязанием, то нужно будет еще сделать один ряд с вот такими двумя убавлениями, поделив либо на три части равные, либо над этими убавлениями сделать еще по убавлению в одном ряду. Предлагаю вам сделать в 16 ряду, вот как раз таки в котором я сейчас нахожусь, в начале которого. Либо в 16 ряду начинаете делать сеточку, как у меня, либо просто продолжаете вязать полотно и сделаете вот здесь в этом ряду два убавления по краям над убавлениями предыдущего, вот здесь вот четвертого назад ряда. Вот. Теперь смотрите, для тех, кто делает сеточку, делим общее количество петель пополам. Если у вас четное количество, как у меня, то выделяете центральных 2 столбика. Соответственно, по четному количеству остается с одной и с другой стороны столбики. Если у вас нечетное общее количество, то выделяете центральный вот этот один столбик. И по краям точно так же оставляете четное количество с одной и с другой стороны одинаковое. И теперь нам нужно подняться в 16 ряду на 3 петли подъема и довязать столбиками с накидом до центральной отмеченной петли. Это либо одна у вас петля, то есть один столбик, если нечетное количество, либо две петли, если четное, как у меня. Я буду довязывать столбиками до двух центральных петелек, просто по столбику с накидом в каждую петлю, но продолжаю делать убавления в начале и в конце ряда до самого конца провязывания нашего топика до горловинки. Дошли до двух отмеченных центральных столбиков. И теперь смотрите, если у вас 2 отмеченных столбика, то их пропускаете и сверху делаете 2 воздушные петли. В третью петельку, то есть с этой стороны уже с другой, первая петля, делаете первый столбик с накидом. Если же у вас отмечена 1 петелечка или 1 столбик центральный, то делаете сверху всего 1 воздушную петлю. И дальше до конца этого ряда просто продолжаем вязать по столбику с накидом в каждую петельку. До тех пор, пока не дойдете до 3 последних петель, там уже делаете, как всегда, убавление и в последнюю петлю столбик. То есть просто сделали в первом ряду вот такую ячеечку. Двумя воздушными петлями сверху, 2 снизу пропустили, либо 1 воздушную петлю сделали и 1 снизу пропустили, то есть в зависимости от того, какое число петель у вас, скажем так, изначально. Главное, отметьте центр, и вот исходя из этого будем вязать сеточку. Дойдя до конца ряда, пересчитайте количество столбиков с убавлением с одной стороны и количество столбиков с убавлением с другой стороны, для того, чтобы ячейка была четко по центру. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема и поворачиваем на следующий ряд. Нам нужно связать точно так же в начале ряда убавление, а затем дойти столбиками с накидом, провязывая до центральной нашей ячеечки, не довязывая 2 петельки с одной стороны, то есть до 2 воздушных петель, не доходя 2 петли. Если у вас здесь 1 воздушная петля по центру, вот здесь в ячеечке, то не довязывайте 1 петельку. Вот, то есть в зависимости от того, сколько у вас здесь столбиков, будет количество воздушных петель между столбиками по всей сеточке. Если у вас 2, как у меня, то есть четное количество, то на протяжении всего вязания у вас будут ячейки из 2 воздушных петелек в промежутке. Все остальное довязываете просто столбиками с накидом. Не довязав до 2 воздушных петелек 2 петли еще, то есть 2 столбика предыдущего ряда, делаем снова 2 воздушные петли. И под воздушные петли, вот здесь вот пропуская столбики, вяжем 2 столбика с накидом. Если у вас 1 воздушная петля в промежутке, соответственно, пропускаете 1 здесь петельку. И под воздушную петлю предыдущего ряда вяжете 1 столбик. То есть у вас будут такие вот одинарные ячейки. Теперь делаем 2 воздушные петли, пропускаем 2 петельки, 2 столбика предыдущего ряда. И в третий вяжем столбик с накидом. И дальше продолжаем каждую петельку вязать по столбику с накидом и в конце ряда не забываем делать убавление. Точно так же, как и в начале ряда. Делаем убавление и нам нужно снова дойти до вот этого места. То есть, опять же таки, в следующем ряду мы должны будем не довязать 2 столбика с одной стороны и пропустим 2 столбика с другой стороны. А под 2 воздушные петли будем также вязать 2 столбика с накидом, увеличивая количество ячеек в нашей сеточке.
В третьем ряду ячеек снова не довязали 2 столбика до 2 воздушных петель. Теперь сверху делаем 2 воздушные петли, пропускаем столбики. И под первые 2 воздушные петли вяжем 2 столбика с накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. Далее снова 2 воздушные петли, пропускаем вот эти 2 столбика. И под воздушные петли снова вяжем 2 столбика с накидом. И снова 2 воздушные петли, пропускаем снизу 2 столбика и в третий делаем столбик с накидом. До конца ряда нам нужно будет довязать просто столбики с накидом и сделать в конце ряда убавление. То есть количество ячеек, посмотрите, увеличивается. У тех, у кого вот здесь вот была воздушная петля, те, соответственно, довязывают до 1 столбика, затем воздушная петля, сюда столбик, воздушная петля, пропустили столбик и сюда сделали столбик. То есть у вас получится по размерам меньше ячейки. Вот почему я говорила, что четное количество лучше было бы, чисто исходя из количества ячеек, во-первых. А во-вторых, что у вас получается пошире и крупнее. То есть точно так же, как мы делали здесь снизу. Как бы они получаются такие более шире и красивее, не узкие. И дальше до конца ряда продолжаем делать столбики. В конце ряда убавления, в начале ряда следующего убавления, как всегда. И довязав столбиками до 2 столбиков перед воздушными петельками, делаем 2 воздушные петли. Под 2 воздушные петли, пропустив столбики, вяжем 2 столбика с накидом. Это первый раз. Затем снова 2 воздушные петли, под 2 воздушные петли предыдущие 2 столбика, пропустив столбики снизу второй раз. 2 воздушные петли, пропустив столбики под 3 воздушные петли, третий раз вяжем по 2 столбика с накидом каждую вот здесь вот воздушную арочку. Затем снова 2 воздушные петли, пропускаем 2 столбика и в третий столбик продолжаем вязать по столбику с накидом. В каждую петельку снова в конце ряда делаем убавление, в начале следующего ряда делаем убавление и количество ячеек увеличилось у нас снова, посмотрите, уже их 4. При этом мы столбики не трогаем, а просто вот в такие вот промежуточки из 2 воздушных петелек продолжаем вязать по 2 столбика. У тех, у кого здесь воздушная 1 петля, то, соответственно, делайте по 1 столбику и 1 воздушной петле чередование. Почему здесь делаем не по 1 воздушной петле у меня? Потому что если мы будем делать по 1 воздушной петле, количество столбиков в ряду уменьшится. Нам это не нужно. Мы взаимозаполняем, скажем, столбики воздушными петлями, а воздушные петли в следующем ряду провязываем столбиками. То есть мы не убираем количество петель. Если вы вот так положите, то посмотрите, у вас количество петель одинаковое. Убавление продолжается лишь только с обеих сторон нашей трапеции. Снова дошли до 2 воздушных петелек, не довязанных 2 столбиков. Делаем 2 воздушные петли. Под 2 воздушные петли предыдущего ряда вяжем 2 столбика с накидом. Первый сюда же, второй. 2 воздушные петли, пропускаем столбики. Под 2 воздушные петли 2 столбика с накидом вяжем второй раз. 2 воздушные петли, пропускаем столбики, вяжем 2 столбика с накидом под 2 воздушные петли третий раз. Далее 2 воздушные петли, 2 столбика под воздушные петли, четвертый раз. И 2 воздушные петли, 2 столбика довязываем вот сюда, вот пропустив 2 столбика, в третью петельку вяжем. И до конца ряда заканчиваем столбиками и в конце ряда убавление. И у нас уже, посмотрите, 5 ячеечек. Вот такая сеточка продолжается и уменьшается количество столбиков с боковых сторон благодаря сеточке и уменьшением, скажем, убавлением с обеих сторон нашей трапеции. Точно так же разворачиваемся и продолжаем дальше делать убавление до нужной нам именно высоты топа. Самое главное, запомните, что вот эта сеточка для тех, кто делает, это не более, не ниже, чем третья часть нашего топа. То есть это, возможно, даже в зависимости от размера, это может быть даже не третья часть, четвертая, а может третья для тех, кто хочет пониже эту сеточку сделать на груди. То есть просто ориентируйтесь уже по ходу, насколько вы хотите ее ниже, можете приложить к ребенку, чтобы знать, насколько низко она будет.
Снова дошли до двух столбиков перед воздушными петлями. Делаем 2 воздушные петли, пропускаем столбики и под 2 воздушные петли предыдущего ряда вяжем 2 столбика. 2 воздушные петли, затем 2 столбика. То есть уже чередуем в шахматном порядке. Здесь уже вяжем только лишь 2 воздушные петли по 2 столбика. У тех, у кого 1 воздушная петля, соответственно, воздушная петля столбик чередования. И не забываем, что с другой стороны аналогично, точно так же заходим на стеночку 2 воздушными петельками. Пропускаем 2 столбика уже в основном вязании боковой стороны. Вот здесь 2 воздушные петли, пропускаем 2 столбика и в третью петельку вяжем первый столбик. Далее до конца ряда вместе с убавлением продолжаем вязать столбики. Довязав до конца ряд, у меня получилось от начала вязания 14 сантиметров и провязанных 21 рядочек. Сеточкой я провязала всего 6 рядочков, мне этого более чем достаточно. Все, я закончила уменьшение от 25 сантиметров до, у меня там получилось 10 и несколько миллиметров сверху. Этого мне достаточно для данного размера. Для тех, кто вяжет больший размер, соответственно, продолжаете дальше. И вам нужно обязательно, как бы закончив ваше вязание полностью, вы окажетесь в левом верхнем углу. И точно так же, как и я, вам нужно будет начать делать первую бретельку. Вот, то есть вы берете, определяетесь там, где у вас спереди, где спинка. У меня получилось так, что я закончила с лицевой стороны, все хорошо. Если что, можете продолжить, закончив с изнаночной стороны вязания. То есть вы можете оказаться в правом верхнем углу, в зависимости от того, насколько вам нужно высокий топ. Но учтите, что еще будет обвязка. Вот, то начинаем набирать для первой бретелечки цепочку из воздушных петель. У меня небольшой топик размером, поэтому я буду набирать где-то приблизительно 30 сантиметров свою бретелечку. То есть, смотрите, 30 сантиметров это, ну, где-то около 90 петелек. Вот я и буду набирать 90 петелек. Первая воздушная петля, вторая, третья, четвертая и так далее. Я буду продолжать набирать 90 петелек. Для тех, кто вяжет на размер около 4 лет, то вам нужно будет не менее 100 петелек воздушных набрать цепочку. Для тех, кто вяжет еще больший размер, соответственно, еще больше набираете. Вот, ну, набираем пока 90 петелек для первой завязочки. Набрав 90 петелек, я беру бусинку и крючок потоньше, пропускаю рабочую петлю сквозь бусинку. Это для удобства. Можете использовать, если вам удобнее, то иголочку, можете использовать крючок потоньше. Тут уже зависит, скажем так, от того, чем вам удобнее работать. Пропустив петельку сквозь бусинку, мы должны закрепиться в начале цепочки. Вот здесь вот. Можете немножечко хорошо натянуть ниточку. Находим первую петельку крайнюю. И присоединяемся либо соединительным столбиком, либо столбиком без накида. Как вам удобнее. Вот, первое будет тяжеловато сделать. Вот, я делаю соединительный столбик и далее в каждую последующую петельку набираю столбик без накида. То есть как бы провязываю ряд столбиков без накида. Благодаря такому присоединению бусинки нам не нужно будет потом ее пришивать. И наша бретелечка, получается, завязочка не будет, скажем так, слишком крутиться. Вот, не будет спиралечкой крутиться. Будет иметь такой вот как бы грузик на краюшке нашей завязочки. Вот, ну и, конечно же, будет иметь симпатичный вид. То есть, провязав вот такую вот завязочку, у нас на краю получается вот такая вот бусинка. То есть, это выглядит очень красивенько. Вот, и если будут бусинки на, скажем так, оформлении вашего топа, то, соответственно, будет иметь такой вот красивый завершенный вид. Итак, дальше продолжаем обвязывать полностью всю цепочку, каждую петлю по столбику без накида. Довязав столбики без накида по всей цепочке, я присоединяю столбиком без накида сюда вот в уголочек, прям в самый-самый уголочек
почти оттуда, откуда начинала цепочку. Все, наша одна завязочка готова. Теперь начинаем обвязывать боковую сторону. В принципе, можно обвязать такими тремя самыми яркими способами, которые обычно используют при обвязке. Первое – это обвязка рачьим шагом, то есть вы разворачиваете вот так вот задом с изнаночной стороны и идете вот так вот обвязывать. Второй способ – это обвязка пико. Уже в предыдущих видео при вязании топа мы использовали обвязку пико. Вот, это такие вот узелочки, краешки вот, на, скажем, верхушках столбиков без накида. Такие вот узелочки красивые. И третья обвязка – это веерочки. Я буду использовать веерочки. Я где-то в интернете видела, очень красиво мне понравилось. Итак, делаем после столбика без накида сразу же накид. Пропускаем 2 ряда. Вот так вот. И в третий, вот между вторым и третьим рядом промежуточек между рядочками, начинаем вязать столбик с накидом. Первый раз, затем второй раз, третий, четвертый, пятый. Можно 5, можно 6, но я не рекомендую вам слишком делать много веерочков для того, чтобы было просто красиво и в то же время не слишком пышно. Снова пропускаем 2 ряда и между следующими, получается, вторым и третьим рядом делаем столбик без накида, как бы присоединяемся. То есть желательно, чтобы у вас веерочки эти были не слишком пышные, и при обвязывании не топорщился край. То есть от того, насколько вы сделаете аккуратным, даже слегка присобранным краем, я бы сказала, вот эту боковую часть, так она и будет красиво лежать на туловище ребенка. То есть вот, если вы сделаете такой вот принатянутый красивый веерочек, то и будет он так красиво лежать на теле ребенка. Снова пропускаем 2 ряда. Между вторым и третьим рядом, вот здесь промежуточек, вяжем снова. Первый столбик, сюда же второй столбик, сюда же третий столбик, сюда же четвертый столбик и сюда же пятый столбик. Пропускаем вниз 2 ряда, между вторым и третьим делаем снова присоединение столбиком без накида. И вот так дальше по всему вот здесь вот краю я буду пропускать 2 ряда, делать веерочек, 2 ряда, я делаю присоединение, 2 ряда веерочек, 2 ряда присоединения. Вот так вот обвязывая красиво веерочками крайнюю часть нашего топа. Обвязывая крайнюю часть, у меня как раз получилось соединение в уголочек. Вы посмотрите, варьируйте, не бойтесь экспериментировать, может у вас как-то по-другому немножечко получается. И если вы обратите внимание, посмотрите, какой у меня присобранный край по сравнению с вот этим краем. То есть вот такой должен быть присобранный край. Абсолютно ничего страшного, он у вас нигде не будет топорщиться. При обработке паром все у вас разровняется и будет красиво. Самое главное, чтобы здесь не топорщился, чтобы не был такой большой растянутый веером край. Вот, у меня вместилось 1, 2, 3, 4, 5 веерочков, и я перехожу на нижнюю сторону. В принципе, можно нижнюю сторону оставить и ровной, как и верхнюю. Вот, ну, в принципе, можно обработать и веерочками нижнюю, и чтобы перейти без присоединения к боковой стороне второй. Но перед тем, как делать боковую сторону вторую, я рекомендую вам на этой стороне еще сделать вот такую завязочку, которая пойдет на завязки на груди, то есть под грудью. Вот, поэтому делаем снова наши 90, можете даже здесь по 100 сделать снизу воздушных петелек. И точно так же продеваете бусинку на последние петельки и обвязываете столбиком без накида. Я больше показывать это не буду, я думаю, что там очень легко. Продеваете последнюю крайнюю петлю сквозь бусинку и вот так вот обвязываете. А затем, уже присоединившись сюда в уголочек снова, продолжим обвязывать нижнюю часть такими же веерками. Пропуская можно 3 здесь петельки, можно 4 петельки. Присоединение делать, затем веерочек. Присоединение, веерочек. И опять же таки смотрите, чтобы ничего не топорчилось, чтобы было все очень красиво и аккуратно. Сделав завязочку с одного боку снизу, переходим на нижнюю сторону. У меня вместилось 12 веерочков. Я делала достаточно часто.
буквально в третий здесь столбик делала присоединение, а затем в третий столбик следующий делала веерочек. То есть посмотрите, у меня получилось достаточно часто по сравнению с вот этой боковой нашей частью, но в принципе получилось тоже не, скажем, широковато, а так вот как бы достаточно плотненько я делала. И теперь по сравнению с первой стороной переносите точно так же вот пальчиком по ряду ту петельку, в которую делали веерочек, и точно так же ту петельку, в которую делали присоединение, и переносите на вторую сторону. Точно так же не забывайте делать между нашими сторонами трапеции вот эти завязочки. Нижние должны быть аналогичны по длине, точно так же, как и верхние. Возможно, если вы здесь делали 100 петелек, то с этой стороны точно так же делаете 100 петелек. Я везде делала по 90, этого мне показалось достаточно. Сделав верхнюю вот здесь вот нашу завязочку, шнурочек, мы переходим самой верхней части между завязочками. Как я уже говорила, ее можно не обвязывать, но мне кажется, что так выглядит более завершенный красивый вид, если закончить веерочками, как и все три стороны предыдущие. И здесь уже благодаря нашей вот этой сеточке центральной, то мы видим нашу центральную петельку. То есть, поделив пополам, вот она, наша центральная петелька. Три дырочки, сеточки, ячеечки в одну сторону, три ячеечки в другую сторону. Вот это и есть центр над двумя столбиками. Сюда я решила сделать на верхней стороне 5 веерочков. Хорошо вмещались первый веерочек и последний веерочек по краям. Во вторую ячейку второй и четвертый веерочек. И пятый веерочек центральный, вот здесь вот в наши два столбика центральных между ними. Я сразу же вводила крючок между ними, при этом делала присоединение между вот этими веерочками. Я думаю, что здесь вы справитесь самостоятельно, очень достаточно все просто. Если у вас здесь не вмещается 5 веерочков на ваш размер, можете сделать 4. Если же у вас размер наоборот побольше, то делайте уже 6, 8 и так далее, в зависимости от того, насколько хотите, скажем так, больше в размере топ. И мы вот такими веерочками дошли до момента, там, где начинали делать завязочку. То есть у нас остается последняя петелька вот здесь вот перед завязочкой. И еще обращаю ваше внимание, желательно перед тем, как, скажем так, уже завершать работу, обратите внимание, что верхние завязочки у вас должны смотреть вверх максимально, потому что при завязывании, чтобы у вас не получилось такого куполообразного вида, а плюс еще на горловинке натянется, то есть должно быть максимально ровно. И точно так же боковые ваши завязочки должны смотреть в одну сторону одна и во вторую сторону вторая, то есть ни вниз, ни вверх. Вот, а именно в те стороны, в которые будут завязываться ваши завязочки. Теперь фиксируем вот эту последнюю петельку в уголочке. И все. Теперь, скажем так, немножечко предлагаю вам отпарить для того, чтобы были максимально ровные края вашего изделия. И затем приступаем уже, даем волю нашей фантазии, приступаем к украшению нашего топа. Можно сделать по веерочкам вот здесь вот пришить бусинки. Я так изначально планировала сделать, но их оказалось очень много таких вот веерочков. И если сделать по всем веерочкам бусинки, то получится слишком много, во-первых, бусинок нужно, а во-вторых, слишком это получается грубо. Вот, можно сюда связать какой-то красивый цветочек, либо на боковую стеночку, либо по центру. Можно сделать из предыдущих моих видео вот такой красивый цветочек и точно так же распределить его по центру. Вот, закрыв слегка даже нашу сеточку, можно чуть-чуть ниже. И вот так вот, допустим, те же бусинки, которыми мы украшали наши, скажем так, вот эти завязочки, только, как вы видите, больше диаметра. Можно одну такую побольше, а можно три поменьше. То есть это, скажем, чтобы именно непосредственно украсить серединку цветка. Можно бусинки вообще не добавлять. Можно сделать кольцо амигуруми, несколько столбиков колечко. Это будет у нас центр такой вот цвета абрикосового, которого мы сделали изначально топик. Можно тон в тон цветочек сделать. Здесь уже вы смотрите на свое усмотрение, как вы хотите. Можно оставить, в принципе, и так. Под шортики летом очень даже красиво смотрится и совсем без украшения.
Вот, но я, пожалуй, наверное, сделаю вот какой-то вязаный цветочек для центра, чтобы сделать какой-то акцент, такое внимание именно непосредственно на сам цветок, либо какую-то брошечку. Вот, и все, в принципе, наш топик готов. Не забудьте спрятать краешки ниточек, затем завязываем наши завязочки уже непосредственно на ребенке. Одеваем шортики и идем гулять. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, понравилось. Не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!